Ребятки, будете в шоке. У меня теперь появилась новая живность. Собственно, новые тролли на канале. Это две какие-то взрослые тетки, как бы, постоянно, которые что-то пишут. Вот целые поэмы. Очень много комментариев. А-ля учат жизни. Сделай так, а вот сделай так, а ты делаешь не то, у тебя депрессия, это тебе 29 лет. Я прям чувствую себя, как будто, знаете, мне... Я снимаю не влоги, а передачу «Пусть говорят» или «Мужское и женское». Ну, типа, просто тильтую. И в шоке от того, что людям просто нечем заняться. Свои там 40, не знаю, 50 лет сидят просто, смотрят какого-то чувака, типа... Достаточно второсортный контент, в принципе. И пытаются еще чему-то научить. Не знаю, ну, блин, я просто кринжую. Мне, конечно, хочется научиться с этим работать, но порой, конечно, это надоедает и приходится банить. Но у меня еще одни планы, как бы, затея на все это. Сделать, завернуть это все очень интересным соусом. А так, ну, прикольно, что они есть. Не знаю, чем я удосужился, собственно, такого внимания, но как-то так.